Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, 12 июня повседневные дела могут нагнать на вас тоску. Однако, добавив привычные занятия немного творчества, вы приятно удивитесь полученным результатом. Тельцов ожидает удачный день. Главное не бояться неожиданностей, ведь благодаря им вы сможете показать себя с лучшей стороны. Близнецы. Этот спокойный душевный день подходит для духовных прозрений, занятий медитацией или йогой. Ракам в эту субботу не помешает здравомыслие, причем как в действиях, так и в словах. День обещает быть довольно напряженным. А у львов по плану благоустройства дома. Ваш энтузиазм и запал позволят с легкостью преобразить жилое пространство. Девы, пришло время проявить себя в ораторском искусстве. Выступления на публике сулят большой успех. Весы, может так случиться, что вас будут осуждать мнимые друзья. Но просить, чтобы вас оставили в покое, лучше все же в мягкой форме. Скорпионам-автолюбителям в этот день лучше перестать любить свое авто и стать пешеходами. Если останетесь за рулем, смотрите на все 360 градусов. Стрельцы. Осталось совсем немного потрудиться, и вы сможете успешно возглавить коллективные мероприятия. Считайте это своим личным достижением. Козероги. Как же приятно дарить подарки, а еще приятней – получать. Вероятно, вас ждет презент, который поможет поправить финансовое положение. Водолеи. Подумайте, наконец, об отдыхе. Вы все-таки водолеи, а не рабочие лошадки. Рыбы. Если поначалу вам будет казаться, что все складывается идеально, не спешите с выводами. Никогда не знаешь, что ждет тебя за поворотом. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.